Добрый день, уважаемые зрители. Меня зовут Валерий Нарежный. В своей новой лекции я расскажу о налоговых рисках договоров подряда и возмездного оказания услуг. Эти виды договоров очень близки между собой. Второй во многом регулируется нормами первого. И поэтому налоговые риски, которые возникают по ним, они тоже в целом достаточно близки. О том, как избежать определенных налоговых рисков, включая или не включая в договор соответствующие нормы, а также выполняя некоторые иные действия, связанные с заключением договоров, я расскажу в своей лекции. Смотрите на видео «Консультант».